Романы, интриги и слава. Сегодня на Интере премьера кинофильма «Людмила». Это восьмисерийная история о жизни певицы Людмилы Зыкиной. Заложница своей популярности, сильная женщина с трудной судьбой, сложные отношения с отцом, многочисленные мужья и большая любовь. Знаменитую певицу играют сразу три актрисы. Маленькую Люду исполнила Алина Котова, молодую начинающую звезду Елена Дудина и Зыкину в «Зените славы» Вера Сотникова. Начало истории сразу после подробностей.